Давай мне одну фотографию сделай. У меня там ярко фотографии нет. Нравится тебе тут ярко? Миракуло, правда? Ой, какая красота здесь. Ярко. И стуки передаются мне в камеру. Такая вот спокойная житуха в Европе. Стоят отели, все готово к приходу клиентов. Деревянные столы стоят. Здесь отдыхает по-настоящему. Тишина просто сногсшибательная. Птички, вороны всякие поют. Здесь, конечно, здесь просто рай. В случае, если произойдет, я сегодня, американцы бомбили Сирию, и от греха подальше я привез семью прямо в центр Европы на всякий случай. К сожалению, еще жена моя не с нами, но ей до нас буквально 30 минут пути, если вдруг что-то произойдет. Да, у меня же нету фотоаппарата, поэтому я спрятался вот в этом каменном мешочке, куда бомбочка, конечно же, не достанет. Не достанет. Поэтому... Мало ли. Andiamo, Yari, andiamo. В опасные периоды надо держаться ближе к Австрии и Швеции. Эти страны никогда никто не будет атаковать. Мы держимся поближе к этим странам. И зачем воевать? Нужно жить в мире. Другого для человечества я не желаю. Да, здесь, кстати, красивые кадры получатся. Да. Место просто... Я говорю в камеру, что я привез сегодня семью в этот... окруженный горами место, где нас не достанет ни одна бомба. Ну и посмотрите вокруг, как можно вообще бомбить этот мир, как можно убивать друг друга. В этом мире всем хватит места. Всем. Всем. Зачем убивать кого-то из-за того, что он не думает так же, как и ты? Пускай он живет на своей земле, пускай живет, делает все, что он хочет. Не нужно убивать.